Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня хочу показать свой адениум, который дал семена и которые уже созрели и просто, смотрите, просятся на волю. Пока несла его до стола, смотрите, они просто осыпались и полетели. Они у меня этим летом стояли, когда было тепло, на улице. И их пчелки, видимо, там мухи различные опылили. И вот, пожалуйста. Просто я даже не знаю. Во-первых, у меня же стояли рядом еще другие сорта адениума. Я думаю, что, может быть, получится что-то вообще такое. Не этот сорт, а что-то, может, и другое получится. Просто очень интересно. Я, конечно, попробую посадить семечки 3. Видите, что тут творится? Лопнул. И вот такая вот здесь. Очень красиво смотрится. Не то, что красиво, а вообще интересно очень. Я вообще первый раз вижу, знаете, вот, чтобы адениум семена дал. И вот вообще. И очень рада, конечно. Здесь у меня 2 стручка. Вот один поменьше стручок, и этот побольше. Ну, семян, вот, видите, падает все. А семян там очень много. Представляете, сколько там их? Я сейчас-то, конечно, их соберу. И вот эти вот, конечно же, нужно убрать вот эти пушинки. Ну, хотя они, видите, пушинки какие вообще. И в природе-то он и размножается, что их ветром разносит, да, вот эти вот. Они, видите, какие легкие такие. И по ветру вот так вот размножается это растение. Почти как наш одуванчик, наверное. Вообще, смотрите, какая прелесть, да? Вот же природа. Но теперь я вот просто его срежу здесь. Вот эти семена. Видите? Все падает. Семян там немеренные. Они такие, знаете, прям волосочки такие, как натуральные какие-то даже. Знаете, шелковистые такие. Очень приятные, даже на ощупь. Хорошенькие такие. Но я сейчас попробую штучек 5 ткнуть. И хочу прорастить. Мне просто интересно, вот что у меня, как они будут развиваться. Но сейчас я их все достану из этого стручка. Ну, они все созрели прям замечательно. Ну, я вот эти вот обрежу, потому что они такие длинные, что будут просто мешать стаканчики. Конечно, вообще. Ну, я штучки 4. 4 посею. Ради любопытства. Просто интересно. Свои семена все-таки. Ну, я, конечно же, ничего замачивать не буду, потому что это, в общем-то, вот из растения уже все поспело. Взяла вот такой стаканчик. И тоже их сильно не буду землей присыпать. Просто так вот, поверхностно. Ну, такой рыхлый грунт для проращивания не требуется там какой-то там специальный состав грунта. С перлитом, универсальный грунт, все. Такой порыхлее сделать. Ну вот я их присыпала немножко, и сейчас я их полью. И поставлю на батарею. Сейчас я их накрою крышечкой вот так вот, и все. Ну вот таким образом. Ну, конечно, если много семян, то, конечно, лучше какой-то контейнер. Такой, знаете, как мини-тепличка с крышечкой. А так для, в общем-то, 4 семечек этого достаточно будет. И главное, в теплое место. А вообще очень хорошо они прорастают на батарее. Но если батарея, чтобы там полотенчика было, чтобы не совсем соприкасалась с батареей, а через полотенчика оно хорошо будет. Буду держать вас в курсе, как прорастут. Я обязательно вам покажу. Будем наблюдать вместе. Остальные я оставлю до весны. Я их просто вот эти пушочки немножко вот так обстригу и уберу в пакетик. Просто или так, конечно, они, видите, какие
Вообще такие классные вообще. Ну ладно, сейчас я их приберу. И сейчас хочу заняться адениумом. Я хочу его все-таки подстричь. Сейчас зима, и я не хочу, чтобы вот эти вот тонкие веточки вытягивались. Ватный диск промокнула спиртом, чтобы промокнуть. Ну и буду его резать. Вот я буду оставлять несколько почек. Так красивее будет. Ну я вот его, он суховатый, поэтому сок меньше выделяет. Ну, где-то примерно на одном уровне, чтобы наискосочек. Лучше будет. Такую стрижечку ему сделала. Вот эту веточку еще можно стричь. Вот так. И чтобы у него проснулись боковые почки, вот эти вот, я срежу листья. Так вот его лысеньким оставлю. Так больше проснется почек. И вот этот желтенький листик тоже уберу. Ну, вот эти веточки, конечно, на выброс пойдут, потому что здесь укоренять, в принципе, нечего. Они такие тонкие. И на прививку тоже их не нужно. С соком, конечно, аккуратней этого растения. Он все-таки может вызвать аллергию какую-то. В общем, рисковать не нужно. Я просто уже аккуратно с ним обращаюсь. А вообще работать лучше в перчатках с ним. Ну вот так вот я ему такую стрижку сделала, и причем я вот в скором времени я хочу достать, посмотреть корневую, что там у меня наросло, и может быть посажу такие более, наверное, какие-то плоские горшочки. Увидимся в следующем видео.